Алло, Леша, это я, Анжела, да. Слушай, ну я сижу тут с человечком, да, он не хочет мне платить $300. Ну как не хочет, не может, да. У него транзакцию на Кипре заморозили, да. Да. Не, да не-не-не, он не резидент Евросоюза. Нет, конечно, что ты. У него просто там деньги на депозитном счету. Слушайте, а через офшор пробовали на Сингапуре по внутрибанковскому расчету перевести? Пробовал, но деньги только через 3 дня придут. Ну, понятно. Не, Леш, там не получается, да. Да. Слушай, ну со счета на счет тоже не получится. Ты что, ну киприоты, они же не дурачки, они следят за депозитными счетами своими, конечно. Леша, а как им еще быть, скажи, пожалуйста, если у них и так долговые фьючерсы стагнируют положительную направленность движения на внутрибанковской бирже? Леш, ну это смешно, ей-богу.